Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте все, кто нас смотрит. С вами компания Arbat Homes из солнечной Алании и я, Татьяна Пикер. Всем огромный привет! Находимся мы с вами сегодня на границе района Тосмур и района Оба. Вы знаете, что такое Оба. Это официальный второй центр нашей любимой Алании. Это новая строящаяся мэрия, это все торговые центры, как Метро, как Тахтакале, как Аланиум, Кошташ и многие другие. Здесь же у нас протекает река Гимчайдаргима. И что касается самого района Тосмур, здесь есть абсолютно вся инфраструктура, которая присутствует и в любом районе Алании. Все сетевые маркеты, которые вы знаете, А101 Шок, БИМ, Мигрос, все находятся здесь. Очень есть несколько вкусных пекарни, прям буквально две минутки, наверное, от нашего комплекса. Прямо напротив дома находится очень вкусный ресторан «Стейкхаус» называется. Прекрасная территория и детская площадка за кафе находится. И если вы видите, вот там находится подземный переход прямо от дома, где находится наше сегодняшнее предложение, дорогие мои. Дом городского типа, квартира 2+1 с отдельной кухней на первой линия 0 метров до моря, год постройки 2002, стоимость квартиры 70 тысяч евро. Конечно же, вы скажете, дом старый, возможно, под снос. Пока такой информации нет. Я вам скажу, что 2002 год постройки еще слишком рано для того, чтобы дом снесли. Но даже если через энное количество лет произойдет такая ситуация, то вы будете в выигрыше, потому что на первой линии здесь же вы получите квартиру идентичной площади, дорогие мои. Поэтому я считаю, что предложение это очень выгодное. Напоминаю, 70 тысяч евро. Сегодня мы будем снимать ролик в другом формате. Вы будете смотреть квартиру без меня. Если вам такой формат понравится, то ставьте лайк или дизлайк и, пожалуйста, пишите, почему понравилось и почему не понравилось в комментариях. Поехали! Друзья мои, понравился ли вам наш новый формат? Вы смотрели сегодня квартиру без меня, а сейчас вместе со мной давайте подводить итоги. Итак, дом городского типа, 2002 год постройки, Айдат Столер, инфраструктуры здесь нет, но есть лифт, очень удобный подъезд, с нулевого этажа едет лифт на любой этаж и есть удобный пандус для инвалидных колясок.
Квартира находится на первом фактическом этаже. Это планировка 2+1, это отдельная кухня, это две ванные комнаты. Но только в одной ванной комнате имеется душевая кабина, два балкона. Площадь квартиры составляет 115 квадратных метров. Самое главное – это расстояние до моря 0 метров. Это первая линия. Окна, дорогие мои, выходят на запад и на север. Стоимость квартиры – 70 тысяч евро. Здесь нет рассрочки, потому что это предложение вторичного рынка недвижимости. На сегодня все. С вами Татьяна Пикер из района Тосмур. Пока-пока.